Всем привет, подписчикам моего канала, те, кто смотрит только мой канал, зашли. Вот, хочу показать дренажно-фекалевый насос. Вот штемпли. Сейчас фокусировочка. Вот. Такого типа с поплавком. Ну, как снизу. Без ножа. Вот, не знаю, плохо видно. Опа. А, не видно, там крышатка. Что это дело? Чугунная. Вот. Здесь только куда трубу было. Пластмассовая, сварили, железная стала. Все хорошо стало. Это внимание. Сейчас покажу пачки. Ну, кинули его такого козла, тросом спустили его вниз, вот идет сюда. Включаю, да? Включаем там дышку. Все, включаю. Опа, пошла. Включаем туда метров 15. Бочки 400 литров. Не выключаю сейчас. Покажу, сколько не качает. Вот так. Воду выкачивает. Вот так. Канализация, если полная, вот посуда, метров 900, небольшая. Выключает так вообще хорошо. Насос рекомендую, но же шланг. Чё ты, ясь? Ну, вот брызги. Вот она. Вот. Вторая. Ох. Ничего же, нашли пожарный рукав. Он вообще не в полевра, вот присмотреться. Пожарный рукав уже нашли здесь. Дело пойдет. Снимать буду реальным времени, пока мы не напомним. Такая бочка у нас. Не варим. Так, это слам. Машинка стиральная сюда идет. Груз повесили на шланг, поскольку он получается подпирает под колесо, вымывает грунт. Вот вымыл грунт, постоянно подсыпали, пока вот не сделали, чтобы у центр колеса не сливало. Да, ну вот такого козла сделали, спустили насос сантиметров 10-15 до земли не достает. Ну вот уже практически наполнилось. Сейчас буду отключать 400 литров шланг, если загнуто, так оно чуть помедленнее, давление не такое особо большое. Вот, наполнилось. Отключу. Вот. Пойдем вывозить. Так, 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 так. Шланг вешаем на дерево. Поставили.
выезжаем. Тут кроводверь. Вон дверь идет открывается. Тогда не... Как-то так вот. Спасибо за просмотр.